видно, это нет, неправильно. Нет, вот есть захват, он для чего-то делается. И можно даже не знать, для чего он делается, захват, там, что будет противник. Нам на самом деле не важно. Нам важно, что захват — это определенное усилие со стороны противника приложено. Вот он. И вот давай, да, проходи по этому усилию. Схватил, он как-то держит. Так. И каждый раз вот он будет. Определенные усилия есть. Мы можем, когда нас захватили, вот вырываться, прикладывать силу к его силе, чтобы пролазаться. Можно использовать рычаги, да, вот, рычаг, там все пошло. А можно видеть, как силы утечет в человек, видеть не по его силе, не против, а по его силе. Я бразил, да? Да. Если я делаю неправильно, начинаю прорываться, да, сквозь тебя, да, ты, да, ты мне не даешь, да, вот так вот не даешь. И каждый раз, когда человек вот берет, у него хоть чуть-чуть, но они как-то по-разному. Давай, пробуй. Вот смотри, я еще раз говорю, не надо узнавать, что там будет потом, какой, как он ломок, там, бросок сделает. Вот нам самое начало важно. Начинаешь брать, вот силу куда ты прикладываешь, прекрасно. А вот эта рука не работает. Слишком. Вот помните, внимание, да, оно у нас постоянно прыгает. С одного угла напряжение, на другого, с одного места на другое. Попробуй, не теряй. Вот, вот я взял. Хорошо. Вторая рука. Да, да. Опа, все достаточно. Вспомнили? Давайте начнем. Начните делать, кто не знает. Идете сюда, к нам, к женщинам. Все, давай. Леш, давай. Я тебя не даю тебе, сразу видишь, не даю тебе руками работать, да? Видишь, куда? Да, нет. Все, видишь? Нет, ты прием делаешь. А нужно почувствовать, куда силы тебе. Прямо туда тянешь. Да, нет, ты не пустишь. Если это как туннель, то правая стена. Да, конечно, ты же вот как-то вот прижимать. Вот видишь, это я пытаюсь сквозь силу прорвать. Я не вырываюсь, видишь, да? Вот не рвусь, не проламываюсь. Ну вот, возьми тут по-другому как-то. Да, да, да. Я скажу, что вообще почему-то не можно взять крепко. Ну давай, я вот руку так зажму, чтобы... Цепка, да, не крепко, а цепка. Да, все, и вот сравни это с тем, что если просто человек будет вырываться. Вот чувствуешь, да? Да, да. Да, да, да. Это вырываешься, напряжение большое. Так вот, да, да. Вот когда ты берешь, ты силу как-то прикладываешь. И вот можно бороться с напряжением, вот с этим пролапой сквозь него, да? Вот, а можно уйти вот по твоей силе. Приятно. Если достаточно ветра, усилия, как он тянет. Самолет тянет, он же все равно как-то берет, все равно там усилие есть. Если ты это видишь, ты работаешь на нем. Если оно маленькое, вот тогда ты берешь немножко на
Ну, подавил на него, и вот он что делал? Он упирает в подвижность и текучесть.